Уважаемые фельдкрайс-гимнасты, вы готовитесь к встрече к Новому году, чтобы войти в него маленькими, плавными, небольшими шажочками. Давайте с вами потренируемся это делать. Сделайте шаг левой ногой в сторону и почувствуйте, как вес вашего тела смещается на левую ногу. Теперь, пожалуйста, сделайте шаг правой ногой и сместите вес тела на правую ногу. Соедините две ноги вместе и поймайте равновесие в положении нейтрали. Почувствуйте, как вес тела перераспределяется между двумя стопами. Теперь, пожалуйста, правой ножкой шагните на месте и опять. Почувствуйте, как вес тела распределяется на две ноги вместе. Теперь давайте правой ногой шагнем в сторону, перенесем вес тела на правую ногу и почувствуем, как вес тела смещается на нее и выстраивается вертикаль вверх от стопы, колен, от колена к бедру и вдоль позвоночного столба. Теперь, пожалуйста, в этом положении шагните левой ногой. Перенесите вес тела на левую ногу и почувствуйте, как выстраивается вертикаль вдоль левой ноги. И, пожалуйста, правую ножку приставьте к левой. Почувствуйте, как вес тела распределяется между двумя стопами и вертикаль выстраивается строго посередине. Теперь, пожалуйста, левой ногой шагните на месте. И опять почувствуйте, как перераспределяется вес тела между двумя ножками. Теперь давайте сделаем это движение в более быстром темпе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я думаю, что теперь вы готовы к встрече новогоднего праздника. И будете танцевать сальсо с удовольствием и чувством равновесия. Присоединяйтесь к урокам по методу Фельденкрайза в следующем году. И будьте здоровыми и счастливыми!